дремучий лес. Смотрите, какой забор сосновый. Сейчас мы попробуем пролезть с вами через сосновый заборчик. То есть он здесь как... это жесть. Прикольный забор. Класс. Бамбук с листочками. Здесь где-то лисья нора. Интересно, они действующие или нет? Тут лисичьих следов куча, но где-то они живут. Это была старая лисья нора. А у него где-то, наверное, новая есть. Сейчас посмотрим. Место под осиной неком. Так, шагов лисичьих нет много. А, есть, живая. Значит, они здесь живут. Да. Или... точно, точно лисьи норы обитаемые. Вот они здесь забегают. Да, там он внутри, видно, дышат. Иней покрытый. Сюда приходят и уходят. Значит, они там в спячке. За едой бегают. Лисички-сестрички. О, блин, как снег искрится кристаллами. Радужными кристалличками. Супер, супер. Зима удалась. Вау, там вообще супер. Если получится приблизить и резкость поймать. Я тут ничего не вижу. Но вам должно быть видно. Если резкость поймается, не на ветках. Вот там вот искрятся снежинки. Ладно. Все чудесно ходят зимой. Всем привет.